Шурик, вы комсомолец? Да. Это же не наш метод. Мама. 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 Томас разбушевался. Циклон с таким именем пришел в Беларусь из Европы. В результате разгула стихии были повалены деревья, повреждены автомобили, оборваны линии электропередачи. Без света осталось 715 населенных пунктов. Слышу такой треск, хруст. Я думала, дом рушится. Нет, смотрю, дерево на моих глазах, на моих только отошла женщина с ребенком, с ребеночком. Вот только, и оно следом падает. Вдобавок, ливни и грозы. Больше всех досталось Браслову. Там за сутки выпала месячная норма осадков. В некоторых местах уровень воды достигал 50 сантиметров. Ливневые канализации не справлялись, поэтому для откачки воды была привлечена техника МЧС. Через несколько дней мощный ливень обрушился на Речицу. Город затопило. Улицы превратились в реки и озера. Словно из водопровода бьет на нас небес вода. Александр Лукашенко повелел раскрепостить бизнесменов. Это что, получается, они до сих пор крепостными были? Батька, правда, строго предупредил, что в обмен на послабление вводится жесточайшая ответственность руководителей компаний. Допустил какие-то просчеты? Не дай бог погибли люди? Я прямо скажу, собирайся, иди в тюрьму. А как иначе? Вот вам свобода и никакой ответственности нет. Как водится, все это делается по просьбам трудящихся, то бишь самих бизнесменов. Бизнесмены, я со многими уже встречался и разговаривал, меня уже многие предупреждают. Смотрите, не уйдите от контроля за нами. Второй на неделе виток либерализации случился в пятницу. По итогам встречи Лукашенко с председателем комитета госконтроля Леонидом Анфимовым решено запретить контрольным органам проводить необоснованные проверки, а также приостанавливать деятельность предприятий. Но контроль должен оставаться. Нужный контроль для государства, который бы действительно раскрепощал людей и не мешал им работать. Лукашенко распорядился перейти с карательного контроля на профилактическую работу. Неужели теперь за нарушение закона будут отправлять не в тюрьму, а в профилакторий? И тебя вылечат. И тебя тоже вылечат. Белорусско-российские стратегические учения «Запад-2017» завершились. Маневры совместные, но главнокомандующие двух армий участвовали в них раздельно. Вопреки предварительным сообщениям, ни Путин, ни Шойгу в Беларусь не полетели. Почему, достоверно неизвестно. Лукашенко лишь отшутился. Ну а если снаряд в одно место? Двоих сразу не станет. А что, если это была не шутка? Словом, бац-бац и в точку. Еще одна больная тема – присутствие на территории Синеокой большого количества российских войск и опасения стран-соседок, что путинская армия может и остаться. Лукашенко пообещал, что все войска в ближайшее время вернутся в места постоянной дислокации. Ну, если мы уж такие агрессоры, то вы нас должны бояться, еще раз подчеркиваю, 75-тысячной армии. Ну, что такое 4 тысячи, если бы они даже и остались? Передайте им, пусть живут спокойно. Мы не будем воевать против кого бы то ни было, если нас никто не будет трогать. Это вот гарантия самая большая. В целом, белорусский верховный главнокомандующий учениями остался доволен. Объявил военным благодарность, те, в свою очередь, подарили батьке пистолет ТТ. Дайте один боевой. Зачем? На всякий пожарный. Не надо. Ясно. Председатель таможенного комитета Юрий Синько подарил Александру Лукашенко первый экземпляр нового таможенного кодекса Евразийского экономического союза. Труд, что и говорить, монументальный. На взгляд, раз в 5 толще предыдущего варианта. Хорошо, что заранее подарили. Может, и удастся прочитать до 1 января, когда кодекс вступит в действие. Насколько этот таможенный кодекс соответствует нашей жизни. Ведь это же таможенный кодекс не Беларуси, а 5 государств, так? Совершенно верно. 5 государств.
Естественно, там были определенные компромиссы. Насколько эти компромиссы не соответствуют нашим интересам? Когда же уже появится что-то, соответствующее нашим интересам? Впрочем, Юрий Синько заверил, что таможенники переход на новый кодекс переживут без стрессов и продолжат ударными темпами наполнять казну. В этом году транзит товаров вырос на четверть, а поступление в бюджет на 250 миллионов долларов. С начала, скажем, вот этой санкционной работы таможенной службы изъято 21 тысяча тонн санкционной продукции, которая обращена в доходы государства, изъята, недопущена к движению в сторону Российской Федерации. Так что, да здравствуют санкции! Нам сплошная выгода. И свои креветки с папайями продаем, и чужие конфискуем. Абдулла, немного ли товару взял? И все поди без пошлины. Беларусь лишилась главного синоптика. Начальник службы метеопрогнозов Белгидромета Дмитрий Рябов уволен. Прошла ровно неделя, как президент Лукашенко, назначая нового главу Минприроды, подверг резкой критике работу синоптиков. Хочется, чтобы вы вообще ничего там не прогнозировали. И когда я читаю вашу информацию, я каждый день ее получаю, мне желание просто разогнать эту организацию. Похоже, Минприроды, повинуясь высочайшему гневу, принесло в жертву Рябова. Шикарный план, шеф. В 12:00 все будет готово. Гениально! Дмитрий Рябов был лицом и голосом гидромета. Каждый день выступал на радио и по телевидению. Однажды даже пострадал за свою активность. Его отстранили от выступлений в СМИ за участие вот в этом первоапрельском розыгрыше. Мы делаем погоду на заказ во время уборочной, во время различных мероприятий, таких как День города, День Победы и другие такие государственные праздники. И на кого теперь пенять белорусам, когда синоптики снова не угадают погоду? Как назло, сегодня чистое небо. То есть с утра действительно был туман, но потом он улетучился. В Беловежской пуще продолжаются поиски 10-летнего Максима Мархалюка. Мальчик пошел за грибами еще 16 сентября и пропал. Ищут его милиция, спасатели, волонтеры поисковых отрядов, местные жители. В субботу около 2000 добровольцев со всей страны приехали на помощь в поисках Максима. Все знаете, тяжесть такая в груди. Просто невозможно. Такого не было еще тут. Вообще в окрестностях, в деревнях. Говорили, что в аптеках все успокоительные скупили. Все матери, у всех свои дети, все переживают. Ищут Максима днем и ночью на земле, в воде и с воздуха. В небо запускают беспилотник, оборудованный тепловизором. К сожалению, пока именно ребенка мы не нашли при помощи него. Пока никаких следов пропавшего мальчика не обнаружено. Но все участники спецоперации не теряют надежды. Верят, что найдут. Людей находили на значительно более поздние сроки живыми. Слава богу, сейчас погода, вот, как вы видите, хорошая. И ну, мы не теряем надежды. Все-таки маленький мальчик, как-никак. Еще жить и жить. Если в течение 10 дней Максима Мархалюка не найдут, этим делом займется уже Следственный комитет. Будем работать до определенного результата. Когда будет какой-то результат, любой результат. И о погоде. Понесшие потерю синоптики обещают солнечную без осадков погоду. В первой половине недели будет довольно тепло, около 15 градусов, а с четверга резко похолодает до плюс 10. Укрыться от непогоды можно будет в одном из минских кафе или ресторанов. Грядет неделя белорусской кухни. Во вторник в минском магазине «Академкнига» пройдет творческая встреча с российской писательницей Людмилой Улицкой. Ценителей синематографа ждут сразу два фестиваля. Всю рабочую неделю в столичных кинотеатрах можно будет посмотреть документальные фильмы стран СНГ. А со среды по субботу в кинотеатре «Пионер» покажут новинки немецкого кино. В среду открываются международный фестиваль Юрия Башмета, а также международный форум театрального искусства «Те-Арт». И уже можно подумать, как провести отпуск в следующем году. Со среды по пятницу в Белэкспо на проспекте Победителей состоится выставка «Турбизнес-2017». В четверг на Борисов
Гольф-арене Бате в Лиге Европы сыграет со звездным лондонским Арсеналом. Главным же культурным событием недели станет выступление с четверга по воскресенье на Минск-арене знаменитого цирка Дю Солей с программой «Варикай»